Я предлагаю вам всем чуть-чуть успокоиться. Вот прям взять и успокоиться. Не надо больше нервничать, не надо больше паниковать. Если вы пришли в кальянный магазин и там нету мастхэва Пинкмана, не нервничайте, не надо. Просто посмотрите, есть ли на полках Вирджиния со вкусом лямур. Забрал посылочку. Давайте смотреть, что у нас здесь лежит. Соответственно, пакет. А в пакете у нас новый вкус лямур от Original Virgin. И вот здесь обычно Original Virgin не пишет, что содержит этот вкус, что он из себя подразумевает, но мы уже все знаем, что это что-то очень-очень похожее на Пинкман, а возможно даже лучше, чем Пинкман. Вы спросите, да, а почему Original Virgin всем разослала большую баночку и маленькую баночку, а тебе только большую? Потому что уже, блядь, забито нахуй, и мы просто спокойно все это делаем. Узбагойзя, да. Давайте посмотрим, что у нас здесь. В руках ты держишь не просто открытку, а напоминание о том, что все супер. Если чувствуешь иначе, завари ромашковый чай. Как говорится, все прилагается, все специально для вас. Когда дело сделано, открываешь банку «Лямур», вдыхаешь ароматы яркой клубники, сочной малины в сочетании с кисло-сладкими цитрусовым конфитюром и идешь забивать пробную чашку. Действует лучше всяких узбогоительных, мы проверяли. Как вам подачка Original Virgin, но еще не все. А это, чтоб уже точно успокоить, вот такая вот штучка. Типа антистресс, не супер, блядь, охуенного качества, не супер охуенного принта, но как бы он есть, это уже радует. Я его еще не пробовал, мы его только забили. Так сказать, первые тяги, они самые искренние, самые интересные и самые честные. Это покруче, чем must have. Намного. Потому что сырье у Original Virgin, на самом деле, давайте не будем пиздеть, скажем честно, гораздо лучше, чем must have-овское сырье на данный момент. Плюс, это вкус попсовый. И я думаю, если брать must have Pinkman и брать Original Virgin Lamour, то однозначно выбор упадет на Lamour. Но, как говорится, время все покажет, потому что это только пробные прокуры. Возможно, на третий-четвертый прокур это кажется слишком приторновато, слишком не очень. И все же привычный must have-овский Pinkman останется в сердце навсегда. Чем он лучше? Я вам отвечу, все вкратце, покамись. У нас чашка Big Max, 2 угля. Колянчик сейчас накинул новый уголек, потому что я попросил его докинуть. И здесь уже, в принципе, чувствуется то, что крепость повыше. Она более такая благородная. И нет привкуса вот этого сырья масхева. Ну вот прям никуда она вообще не влазила. Именно поэтому я и, собственно, не курю в последнее время масхев, потому что, ну вот... Вот такой вот. И я думаю, если его прокурить сейчас 20-30 минут и просить кальянчика активно смотреть за кальяном, как будто я реальный гость, а не царь, потому что только цари курят на одних углях, то прокурится вкус довольно-таки долго, довольно-таки интересно. Попросить бармена заварить чаек, чтобы до конца успокоиться и приготовиться к критике масхева о том, что я сказал, что лямур интереснее, чем масхевовский Пинкман. Да-да-да, скорее всего, так и сделаем. Порекомендую ли я этот вкус? Наверное, да. Как же, ребятки, я вам напомню, что мы также с Вирджинией никак не трёмся, не соприкасаемся и так далее. Добавили меня в список боксов, мерча. Это здорово. Original Virgin, спасибо. Было приятно получать такие подарочки. И, конечно же, самое главное, это контент. Ну и вот такая вот маленькая рецензия на вкус.
Лямур на моем канале. Всем спасибо, это был Дава Дым.